Всем, наверное, известно народное выражение «трубы горят». Мы вам не желаем никогда быть в таком состоянии. И в сегодняшнем видеообзоре хотим представить вам вот такой вот интересный чехол для бутылок. В общем, это такой веселый пожарник, который, наверное, в нужный момент тушит эти самые трубы, которые горят. То есть он сделан, можно сказать, из отходов какого-то металлического производства, обрезки металла, какие-то пружины, гофрированные ленты, прокладки, проволока, шарики из подшипников. Ну, в общем, из всего того, что позволила фантазия художника применить вот в этой статуэтке. Статуэтка-чехол. В общем, вот эта верхняя часть снимается, и можно вот сюда вот поставить стандартную бутылку, будь то водка или вино. Вот она прекрасно здесь помещается и накрывается вот этой верхней частью. В общем, такой вот интересный изыск интерьерный. Может быть, сделанный с чувством юмора, может кому-то понравится. В общем-то, лучше, чем просто бутылка, стоящая на столе. Спасибо.